А где там плесили, там где все это писали? Да, въебали их нас. Идем, пока не дергайся, не помню. Их въебали. Кого въебали? Сопляки. Еще нету, что ли? Сопляка нет. Я их построил, блядь, выход выходит. Выходят люди, построил на выход к вам. Подготовился. Да, да. Минометный обстрел пошел, блядь, нахуй. Наебнули, нахуй, сопляки, блядь. Сейчас я разберусь. У нас что, пожарка есть? Гриш, скажи мне, где она, нахуй? Она на выезде в вашу сторону стоит на площади, стояла на площади, на выезде в вашу сторону сдала ленту, которая выходит, Кобля. Так. Кобля. Кобля еще не доехал, блядь, сопляки уже горят, нахуй. Сопляки сейчас горели, нахуй? Да. Как ты там? Да ничего, ты как там? Нет. Да это пиздец, блядь. То, что по телеку показывают, по радио горят, все это пиздеж. Если в границу кто переходит, все сразу, можно сказать, спокойной ночи желать им. Также другие частные компании тут присутствуют. Были 20 километров от Киви, уже почти на подходе. В итоге сейчас сказали, вы будете стоять между салом и картошкой. А там фиг его знает. Может, уже сейчас обратно потихоньку отъезжаем. У нас там в роте 2-3 человека уже все спят спокойно. Нихуя себе. И вот со второго бета трое спят и 13 тяжелым. Типа ногу почти там нормально так оторвало. На поле отрезали до конца ее. Их собирают, везут сначала, где картошка. Там немного подлечивают и потом отправляют уже домой. Но самое главное домой вернуться. Ну, там сейчас обещают 52 бакса в день и плюс дойдут ветеранку. Но она того не стоит уже домой съебаться, блин. Хоть броню намутила. А тут тип уебывал, ему, короче, пизда встал и у него все забрал. А он что, убежал домой? Ну, не успел добежать до дома. Ебать. Сейчас связь наладили, устанавливаем полный осмотр, забираем нахуй телефон и всю хуйню. У нас тут пацаны, ебать, с 13-ми ходят. Короче, мутим потихоньку. Бля, нас долбит авиация, блядь. Ну, самолеты нас долбят, блядь. Сейчас такие в Ютубе выложили. Да мы дохуя уже потеряли людей, блядь. Марстон. Что они где болеты заблудились. Нам до Киева дойти, у нас задача до Киева дойти. Взять Киев, нахуй. Все там живы у вас сейчас? Ну вот, когда под Артов все попали, нас авиация долбила. Одного 200 и 300 у нас. Кошмар. Осколок в голову прилетел, блядь. Осколок, они бомбят, нахуй. Страшно вам там, да? Конечно. Никанорф, наверное, не вернется, наверное, да? Конечно, его нахуй просто в расход пустит и все, блядь. Да хули здесь вон, блядь, все по подвалам, блядь, гражданских людей столько уже легли, ебать. Дети все хуярят там, бомбят всех, нахуй. Че творят, нахуй? Ёбнутые. А почему ты испугался? Почему ты просто сказал мне, что ты сходи в мечеть? Ну надо просто. Ну как? Надо было. Ты испугался чего-то, что ли? Все нормально. Как страшно, мы вот здесь вот сидим, как на иголках, я на таких таблетках сильных. Не надо, ты не пей таблетки. Тебе какие-то деньги пришли сегодня? Да мне ничего не надо, не надо мне. Нет, вообще я тебе говорю, что это такое, федеральное казначейство, ВТБ? Не знаю, я сейчас вообще никаких денег не хочу. Дай мне, пожалуйста, слово, что ты будешь живой. Привет! Привет, золотой. Привет, как золотой. Дела? Все хорошо. Папа, тебя люблю. Возвращайся скорее домой. Обязательно. Мам, тебя привет, мы тебя любим, скучаем. Привет, привет. Привет, мои дети. Давай скорее приезжай, мы тебя ждем. Тут всех в списке подали заново, кто остался тут. Короче, всех это формируют отправлять. Бауржан 10 числа выезжать должны. Пожалуйста, держись, пожалуйста, ради нас, пожалуйста. Да, не плачь, пожалуйста. Не плачь. Ты держись. Я не смогу выдержать ничего вот этого, ты понимаешь, нет. Ты мне, я тебя любого жду. Все, вот, пожалуйста. Все, все, тихо, всем. Спокойно, всем гостям. Пожалуйста, приведите, пожалуйста. Вам сухпаи хоть есть у вас там? Или не довозят? Откуда сухпаи? Ты что? Носки у тебя есть, вещи есть у тебя там, носки? А тем более, я в магазин захожу, беру, вот, все открываю, все открыто, все ну, впереди, открыто. Нас, блядь, и обстреливали нахуй, и бомбили, блядь. Сын, я миллион раз проклял себя, что я тебе контракт этот сосватал, блядь. Хочу домой, нахуй. Есть погибшая, да? Да хуя. Да, блядь, бывает такое, что и сами себя хуярим. Чего? Сами себя? Долбоёб, потому что ебаны. Как хоть вы вообще там находитесь-то, Андрюш? Я в казарме натовской. Чего? В казарме? Да, в этой, в натовской. Украинской. А в плен-то никто не попал?
У нас нахуй без вести пропавших дохуя тоже. Я один с отделения остался. У нас взвод был 22 человека. Осталось 8. На самом начале мы ебали, блядь, покопнул пару раз. Я, блядь, столько нахуй крови, блядь, раненых, блядь, мертвых нахуй не видел никогда. Барика нахуй, обе все конечности нахуй. Обе ноги, обе руки. В основном ноги у всех. Ноги у всех? Да. Хуй нас повезут, блядь. А Хрусталев говорит, все целы, все живы, все заебись, блядь. Да пошел нахуй. Если спросишь, убивал я людей, я тебе скажу, да. По новостям? По новостям 500...